Представители власти различных уровней принимают активное участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Среди тех, кто выполнил свой гражданский долг, депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Он посетил избирательный участок 1457, расположенный в здании 4-го лицея. При входе голосующему измерили температуру и вручили средства индивидуальной защиты. Затем он приступил к процедуре голосования. Все поправки, которые вносятся, они заведомо укрепляют наши позиции, наших граждан, нашей страны, в том числе и на международной арене. Я предлагаю просто внимательно прочитать все эти изменения, которые мы вносим, и ответить себе на вопрос, согласны вы с этими изменениями или не согласны.